Но, как вы понимаете, это не проблема поменять колесо. Так что сейчас опять заезды будут дальше. Всем привет, я Виктор Стельмах, и это мой видеоблог «Стельмах про авто». Я рассказываю здесь о том, что вы не узнаете из официальных релизов автомобильных производителей. Сегодня двукратный чемпион Дакара Мацуока Сан покажет нам, что может новый Mitsubishi Pajero Sport. Я сейчас сяду к нему в машину, и вы сами все увидите. Согласен. Я вчера занимал. Ну, до свидания. Малыш. До свидос, ребят. До свидос, ребят. Без шлема нет. Да, назад. Витя, Витя, ты едешь с нами или нет? Да-да, еду. Еду. Вот я уже в машине. Сейчас я пристегнусь, потому что будет жестко. Just moment. Okay. Maybe a few minutes, so everybody come. Come and we will start. Okay. And no also problem. In guards in the front, so the for the start. Okay. Okay. Just moment. Okay, okay. Сейчас поедем. Все готово. Старт. Масуока-сан. Сейчас поедем. Я не знаю, насколько это красиво сейчас все выглядит. Мне вообще идет шлем или нет? Так тебе очень идет. Да, я очень... так и ходил. Да, вот друзья говорят, что очень идет. Ну, чтобы мы не расслаблялись, Мацуока-сан нам сказал, что да, ESP, ABS, все отключено. Так что можно ехать спокойно. Okay, go. Pedal to the metal. Jump a little bit. I believe I can fly. And he also up and down. Oh, какой холмик. Down. Any dust. Да, заснять лица задних пассажиров особенно интересно. Там что-то случилось во время прыжков с трамплина и заездов. А ну-ка посмотрим сейчас. Какие заезды и действительно же первые шестой. Ну что, продолжаем. Все, кто ответил. Ага, разули, разули резину. До нашего небольшого перерыва пройти. Ну все в порядке. Машину уже отремонтировали. Масуока-сан опять ездит. И ездит так же лихо. И то, что с колеса слезла резина, показывает только то, что Мацуока-сан ездит от души, а не просто катает туристов. Ну, Мицуоки-сан ездил от души. Две машины. Две машины не выдержали.
Но это же он ездил не на подготовленных, а на обычных машинах. Это ты уже заказываешь, я уже свой заказал. Вон сколько песка, ничего себе. Ну и, конечно, обязательно надо сказать, что Мицуока-сан делает все это на обычных серийных Mitsubishi Pajero Sport, а не на раллийных машинах. Подписывайтесь на мой видеоблог. Читайте мои тесты на автоконсалтинге и слушайте мою программу на Радио Вести.